Истец требует возврата имущества из чужого незаконного владения и возмещения упущенной выгоды. Ответчик утверждает, что ничего чужого не брала. Слушаю вас, истец. Что-то вы обе пришли с птицей. Ваша честь, вот с птицей вся беда из-за птицы. Вот Лида, ответчица, после того, как она совершила преступление, кражу, я терплю сплошные убытки. Я вам сейчас расскажу. Мы с Лидой-то живем в одном поселке, и рядом у нас дома, и мы с Ватей, правда, бывшие. Тут чего? Тут ее Анька от моего Сереньки загуляла, вот он ее за волосы оттаскал и выпроводил ее. В общем, разошлись они. А мы люди-то приличные, зажиточные, работящие. Я встаю вон с утра со своими петушками, курочками и ложусь за полночь. Вот. А они что, непонятно откуда приехали, голодьба. Вот. Пришлось ко всему приучать. Но я смотрю, что у нее руки-то из одного места растут. И я ее с собой начала на приработок водить. Да очень приличный. Дело в том, что у нас с автостанцией рядом большая трасса. Вот. А я человек хозяйственный. Каждую копеечку все в прибыль, вот. Я и яйца свои домашние там продаю, и козье молочко, и цветы у меня шикарные, и овощи, в общем, все. Но у нее от этого ничего нет, она и не может. Кое-какие там эти самые десяток наскребет яиц, да пирогов напечет, сырых не допечет. Но хоть думаю, все-таки у нее, не могу же я одна и семью тащить, и молодых, и все на своим плечам. Анька-то как не работала, так и не работала. Всю дорогу в этом в интернете, да и в ночнушке полуголая. Ну вот полуголая-то и получилось, там, видно, кого-то завела. Но а у нее язык поганый. Она все, после того, как расстались молодые-то, все завидовала нашему приработку моему, моему хозяйству. Вот. И решила тоже, видно, немножко тут что-то. Я тоже смогу. А как смогу-то? А вот так и смогла. Ведь весь сыр-бор-то и произошел из-за курочек-то. Вот посмотрите, вот она моя курочка-то. У меня ведь не сушки-то рекордсменки, ведь я этим серьезно занимаюсь. Ведь вы знаете, какие вкусные домашние яйца. У меня очередь на дороге выстраивается. Истец. Сколько желающих Истец. Мои яички-то. А тут гляжу. Истец. Вот. У меня вот, ничего посмотрите, вообще не поняла. Причем браун. Здесь куры, вы мне рассказали всю свою жизнь практически, но я не поняла, с чем вы пришли в суд. А пришла я вот с чем. Вот она решила тоже, что буду я богатая. И прибегает ко мне и говорит: ой, я тоже, как у тебя, купила курочку, хотя и название ее даже не знает. Я говорю: ну и слава богу. И к курам моим. А куры мои разбрелись, я пока тут отвлеклась калитку закрывать. Она цоп мою и убежала. Это я потом поняла, что она цоп мою-то. Мои-то по 40 в сезон несут. В день, в день. Вот, вы поглядите, какие яйца-то, а? Ну, это же все, говорит, утиные. Да нет, это вот такие вот куры-то, не сушки-то. Какие яйца-то, вот. А потом гляжу, что такое? У нее и крупные яйца, глядим, там продает. Десяток, второй наскребла, а у меня курица не несется вообще. Моя любимица-то, вот она, моя любимица, которую я обожаю. Она у меня с ручки ест, из ротика пьет молочко у нее, как дитя. Ведь 150 рублей я десяток-то продаю. Курочка-то каждая по 450 рублей. Вот у меня все. А она что? Когда я отлучилась тут запереть, чтобы они не выбежали, она схватила мою курицу. Вот моя-то... Да врет вот она, ее, все врет. Да что, ничего я не вру-то. Врет. Ничего я не вру. Вот посмотрите. Сплетница. Вот смотрите, у меня сейчас же, птичка-то упадет у вас. Что же я вру-то? Все у меня вот. И Ламан Браун, и Ротайлер у меня есть. И Сусин с Нью-Гемпширом-то. Вот они все у меня представили. Ведь я учет, ваша честь, веду. Ведь вот сколько у меня штук каждой породы. Какой вес. Вот она, моя дорогая-то. Вот она. Она же у меня 3 килограмма весит. У нее в размахе крылышек-то я все же меряю. И в размахе крылышек-то 20-25. А это вы поглядите-ка. И головка-то маленькая. Забери свою эту курицу непотребную. И головенка-то... Забирай, что ты? Свою. Ах ты, зараза такая! Ах ты, зараза! Так, ну, прекрати.
Отдай мою я заберу всех, твои. Всех, отдай мою мисочку. А я себе возьми. Что бережу всех. Пошлите все, и бегите, бегите, нет, бегите. Там, вон у меня все бегите здесь. Из зала, и бегите истец из зала. Что вы? Вон что творит. Совсем приедут с ума городские, сошла. Ничего не могут, не работать ничего, только раскорячиться, больше ни за чем ухаживать не умеют. Ваша честь, это наша вот сплетница. Да. Я всего пять лет. Сплетница это ты. Да. Я всего пять лет живу за городом. Вообще я городская. Да. И она, конечно, наши дети гулялись, хороводились, она мне стала все помогать. Где, что и как. Но когда дети разошлись, вы посмотрите, что она делает. Она мне вредит. Это какая-то, я не знаю, кто, ага. Монстр чем я какой-то. Врежу? Чем я врежу? А что ко мне очередь, на меня а к тебе никого? А? Какой она... Да нахрен ты мне сдалась, чтобы я на тебя еще анонимку какую-то писала? У меня вон моя какие дорогая, люди-то. Моя дорогая, вот она в очереди, у меня. Посмотри. В очередь. А вот у меня. Вот именно. Кто пишешь? Вот твой да, почерк. Да, крупный. Твой почерк. Я всем бабушкам пишу. А посмотри, пишу, тоже твой дедушкам. Почерк. Ваша честь, посмотрите, пожалуйста. А сидела, наверное, и подделала, а? Бесстыжая, бессовестная. Подделываешь ты, да. Ты посмотри, какие меня... гусиные яйца ты принесла мне. Сама куриных. Гусиная, да, а это голубины, такие... Вот ты не знаешь ничего. Да ни хрена не делала, не работала, вот с такого цыпленочка не выращивала. И вот она и не умеет себя вести-то. Ваша честь, вот посмотрите-ка, видите, у меня вот тут все ведется учет, ведь это же не просто так, ведь это же курочки-то рекордсмены. Же элитные. Вот смотрите, угу. Вот она, моя-то курочка-то. Она, у меня все записано, я же взвешиваю. Как зимой они себя чувствуют, как весной они нагуливают, чтобы яички-то они несли хорошие. Вот у нее вес-то 3 килограмма, а крылышко-то у нее в размахе 20 сантиметров. Вот сиди, моя дорогушенька, сиди. Вот померим. Вот. Вот как раз вот. Вот она моя. А ну-ка иди сюда, ты моя красавица. Ну-ка иди, хоть ты и не моя. Я сейчас докажу. Вот. Сиди, моя прелесть, сиди. Ну вот, конечно, вот оно. Вот, вот. Одинаковые, оно даже 17 точь, сантиметров точь. Нет, даже 12. Хлюв, я ей говорю, хлюв. Она еще молодка. И не вырастет она. И головенка-то, смотрите, головенка-то какая. И моя, вот она, красавица. Ну разве не видно? Вот, так что на свою курицу забирай. При чем здесь курица? Да, зараза. Зараза, и это ты? Мою главную курочку. Вы поглядите, ваша честь, вот. А она говорит, яйцо гусино. Это ты в жизни ты никогда не выращивала. И не знаешь, какое гусино, какое курино, какое от элитных-то. Замолчала бы. У меня такое впечатление, что у вас уже вопрос-то решился. Решился, ваша честь. Слава богу, слава богу. Вот моя курочка, моя принцессочка мне досталась, а ты... Подавись этой курицей! Где ты ее нашла? У меня такое ощущение, что ответчик забором. Вообще не поняла ничего. Ей совершенно все равно, какая у нее курочка. Так, истец, что хотите суду сказать? Ой, ваша честь, это самое, отказываюсь. Вот, я рада и довольна, что вернули мою курочку, мою принцессу, мою элитную несушку. Уж у нее яйца-то необыкновенные. Теперь все... Отказываетесь от исковых требований? Отказываюсь от иска, она пусть подавится 4000 суда за яйца, для которые несла на ней. Прошу и что на нее будешь настоять? Да, хоть настоящих яиц ты попробуешь от элитной курочки. Крохоборка. А то ты не наелась и никак. И вся причина в том, что наши дети разошлись. Мстишь мне постоянно. Дети разошлись, потому что мой сын друг доголик, а твоя только с гаджетом, в ночнушке, без порток целыми днями. Эх, тьфу на вас. Не знаете вы, это что хорошо, такое деревенская что она, жизнь. Между прочим, да, с тобой, ага, с твоим со мной. Сыном мне разошлась. Мне некогда было. У я с утра до ночи пекла, варила, да на трассе, на джипе. Скоро будет работать, от зависти злишься. На джипе тюремщик. Сама вот мы всю жизнь заработаем, ну, а на джип не заработали. Ну, у нас и Вольво нас устраивает. А вы давайте звездуйте на своем джипе-то. А вот откуда вы приехали, оттуда вы и уезжаете. Не баламутьте нашу деревню. Да, да, скоро я буду городской и жить с новым зятем. А этот дом мы оставим как дачу. Суд
оглашает определение в связи с тем, что истец отказалась от иска, а это допускается законом, а именно статьей 173 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. Суд принимает данный отказ и на основании статьи 220 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации дело прекращает. Собственно, в этом случае суд разъясняет, что истец не имеет права обращаться с аналогичным иском, с тем же предметом и по тем же основаниям в суд. Поэтому, если вы действительно разобрались в ваших курочках, то считайте, что вы дело-то сделали. Правда, я не очень понимаю, зачем я вам была нужна. Ваша честь. Что? А анонимка? Вы знаете, она лишила меня приработка. Это уже не сейчас. Дело закрыто. Прошу всех встать. В другом месте будешь своей анонимкой трясти. Да, бесстыжая, бессовестная. Бесстыжая. Пойдем, моя дорогушенька. Забери яйца-то, угостишься. Решение суда. Иск отозван. Главное, что я вернула свою золотую курочку, которая будет нести мне золотые яички. Спасибо. Трудно интеллигентному человеку с такой хабалкой разговаривать. Она меня обвинила, да еще выставила во всем свете, как будто я у нее что-то украла.